У нас тут следующий день, и сегодня мы собрались на электричке в Сочи продолжать осмотр. Вот наш пляж сверху. А вот доехали на электричке до Сочи. Вот мы вчера поздним вечером тут уже ходили у вокзала. И сейчас пойдем в сторону набережной. Там немного пройдемся, где не были вчера. И пойдем в сторону дендропарка. Тут, кстати, шли вот вдоль аллеи, это днем уже, местного арбата, и тут вот нашли ствол дерева, вон какой огромный, ну, то есть уже срубленное дерево. Видимо, ему не один век был. Здесь у нас исторические события города. Thank you.
у нас белка бегает. А вот и цирк. Вон у нас слева дендропарк. А вот канатная дорога над дендропарком. Мы вот хотели там прокатиться над дендропарком и потом спуститься с верхней части вниз. Но
опоздали. Оказывается, билеты продают до 5 часов. Поэтому я не знаю, возможно, в другой день. Сегодня мы пойдем дальше новые места посещать. Мы тут только что изучили вопрос, что оказывается канатная дорога не работает и давненько не работает. И непонятно почему, поэтому если мы и пойдем в дендропарк, то не прокатимся на канатной дороге. Вот так вот. Ну там, кстати, уклон наверх такой приличный. Поэтому не зря тут писали то, что часа 2, а может и больше надо потратить на это. Как я понимаю, кстати, тут в дендрарии снимали Чебурашку нового. И вот, кстати, тут рядом с дендрарием уже чуть-чуть природы. Какой-то тут огромный просто жучара. Ужас. Немного сразу природы уже на входе.
Вчера мы уже до сюда доходили, и вот снова на эту часть набережной пришли. Сейчас, наверное, пойдем опять к порту, а потом подумаем, куда дальше. Итак, мы тут приехали с пляжа, ну точнее с набережной на вокзал, встретились тут с другом местным и поехали в Вардоне. Тут, кстати, вот изнутри вокзал такой прикольный, почему-то когда выходили, этого не видели. Вот, и сейчас ищем, как купить билеты.